Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями. Она прошла в школе номер 54 поселка Октябрьского. Одной из тем обсуждения стала организация летнего отдыха детей. Также подняли вопросы ЖКХ, ремонта дорог, благоустройства и многие другие. Свое выступление Владимир Ружицкий начал с небольшой презентации, посвященной летнему отдыху в округе. Глава рассказал о детских лагерях, досуговых учреждениях, а также возможностях участия детей в трудовых бригадах и спортивных мероприятиях. По его словам, этим летом школьные лагеря готовы принять порядка 3340 детей. После своего выступления Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей. У нас выгребные ямы, у нас плохо, мы задыхаемся в этих выгребных ямах, потому что одна машина осенизаторская, с 70-го года рождения эта машина, она больше стоит на ремонте, чем выгребаем. Дышать нечем, помогите нам. Все обсуждаемые на встрече проблемы были внесены в протокол и будут разобраны в рабочем порядке. Вместе с главой на вопросы жителей отвечали и представители администрации. Комплектование детских садов заканчивается 13 июня текущего года. И тогда будет понятно, кто попал, а кто не попал. Комплектуют не сотрудники, а комплектует система, единая информационная система. 13 июня у нас уже будет тема для разговора. Либо выдать путевку, либо провести еще дополнительное комплектование на оставшиеся места. В ходе встречи Владимир Ружицкий неоднократно подчеркивал необходимость приведения к общему знаменателю проблемы перспектив развития каждого из входящих в состав округа поселков. По словам главы, это будет сделано в ближайший год. Традиционно особняком стояла тема дорожной ситуации в округе. Вы смотрите, насколько Урал-5 разгрузили, построив вот эту эстакаду Жулебина, по сути, до кольцевой дороги. Стало другое движение. Сквозняком, по сути. Если такое же движение будет организовано мимо поселка Октябрьский, здесь будет прямой, скажем так, сквозняк, срезание на Москву, не будет через жилой массив Октябрьского, будет другое движение. Но эти вопросы решаются на федеральном уровне, потому что это большие деньги. Самыми актуальными для жителей оказались вопросы ЖКХ, незаконных построек, организации детского досуга и транспортной доступности в округе. Мария Лапычева, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.